the station, boys. With you. Приветствую всех зрителей в игрушке «Смертельное ралли». Так, ну, судя по всему, мне там было суждено помереть, поэтому давайте-ка посмотрим с самого начала. Так, игрушка меня чем заинтересовала, во-первых? Ну, как бы, скорее всего, опять-таки, это портированная игрушка с иной платформы. Возможно, с телефона. Так, пока что у меня все закрыто, но... Там столько всякой херни обещали. А он только вперед стреляет. А я думал, она поворачивается. Как же давно я не видел вот таких вот. Блять, я могу его добить. Или не могу, подождите, он очень медленно будет дохнуть. Эй, ёбаный рот. Блядь, как же непривычно. Обычно подобные игрушки имеют более аркадное управление. А это прям как-то... Да давай уже! Сука, тварь! Ой, блядь. Он же уже должен... Бля. Сдохнуть должен был. Почему он не умирает? Алло! Блядь, я там напихал ему сколько уже? Это что, блядь? Это как назвать? А я же... Ну не надо, ну не надо, пожалуйста. Хотя он уже нам не соперник. То есть в этом смысл? Что мы должны их до недееспособности довести или что? Этот же вон взорвался. Так, мне что-то дали, возможно, даже пушку, бла-бла-бла. Или нихера. Так, тачку как восстановить? Так это у нас была тема в этом Газгазлерс. Типа после каждого заезда мы с вами делаем тачку. Короче, вот здесь в оружии была куча-куча всего на скриншотах. Я хочу посмотреть, действительно ли это так. Так, Deathmatch. Че, мы там один-один с кем-то? 3 минуты у нас есть. Так, меня смущает количество вот этих разных. У меня же ни пушки, ни ускорения, ничего нет. Че? Куда? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, бля. Меня же тут сейчас изнасявкают. Или подождите, или мне нужно прожить... Да нет, не может быть такого, что 3 минуты прожить просто без ничего. Я как бы ничего и не вижу. Мне нужен хотя бы какой-то ствол. С той стороны ничего нет, с этой стороны. Есть надежда. Блядь, а это что? Это просто ящики, у них тоже ничего нет, блядь. Не, ну с... Слева наверху у меня есть. По идее, количество игроков, которых я должен был убить. Мне же не на голых кулаках, как говорится, идти пиздиться с ним. Что, блядь? А, нихера, так это... Я вас понял. Кондиция 87%. Так, ну по идее они должны быть слабее, чем он. Хера, как он... Ну ты и дебил. Ну ладно, я поехал. Давай, давай, не обижайся. Они, кстати, особо-то и... интереса ко мне не проявляют. Че, ни разу не попал. Блин, ну хоть одного забери, блядь. Одного, двоих забрал. Или повезли, или второй это я. А, у меня есть еще шанс. У нас
ускорение. Он ускорение, бля. Сука, застрял. Нет, нет. Ну не надо, пацаны. У вас много, а я один. Сука, труп. Респаун. Я все дальше и дальше почему-то. А, здесь можно было проехать. То есть как бы чисто одного, да, шлепнули, и на этом все, до свидания. Так, деньги, 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 money, money. Yeah, boy. Возможно, можно было бы его и добить, но пока что нет такой возможности. Нихера себе, у меня касик ушел на починку, что ли. Авто. Тачку я пока поменять, это история, ага, пролог. Блядь, я думал, я на стрелку нажал. Так, ну здесь мне либо дадут, 100%. Вообще, хороший достаточно вариант ехать сзади всех и просто накидывать тем, кто перед тобой. Не останавливайся. Это бочка. И все-таки, когда у тебя на экране машина вот посередине, прям гораздо легче в такие игры играть. Хотя бы видно, куда ты там съезжаешь. Так, три круга. И вот он у нас вроде бы уже готовый, а вроде бы попробуй его обгони, он тебя напихает сзади. Еще один минус. Блять, мне это напоминает... как же называлась игрушка-то? Ну, сейчас у меня есть. Так, и пока мы вот это все не пройдем. Можно, конечно, просто забить на них на всех хер, но тогда в жопу напихают. Давайте поэтому пропускаем и... Стоп, а зачем? Можно же... По идее, сейчас я прокачал себе ствол. Смотри, сука, защита у меня дохуя. Так, минус двое, минус трое. Только, блядь, они теперь меня сзади, да, все-таки будут приходовать. Так, ускорение. Последний круг, блядь, у меня ускорение закончилось. Я приехал вторым, но уже хотя бы что-то. То есть все на английском, а место на... понятно. Нихера, сколько здесь платят. Так. Значится. Я до этого не дедматч проходил, что ли? А, нет, это не тот дедматч. Ебать там. Стоп, 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 погодите-ка. Я стреляю автоматически. Нет, ни хера, да. От чего это зависит? Слушайте, вот эта игрушка что-то как-то, мне кажется, достаточно интересна для ознакомления, по крайней мере. Помимо всего прочего. Они уже, по-моему, сами себя пиздят.
Опа, здравствуйте. Вот здесь здравствуйте. Что-то не могу пока что понять прикола, что вот это же, что за, блядь, эта система, что он вроде бы подыхает, а вроде бы и нет. Так, где-то починка еще есть. Стреляй, стреляй, стреляй в него. Так, у меня еще, кстати, 1,5 минуты есть. 1,5 минуты, как бы, сейчас попытаемся. Сейчас у меня должно быть побольше хпшечки. А, нихера, там еще мины были. Сюда иди. Ебать, толпа народу. Что за колесо? Блять, я думал, какой-то бонус. Я так полагаю, вообще нет никакого смысла уничтожать вот этих вот. Ну пизда. Как он еще выживает-то, блядь? Короче, у нас нету шансов против них. Я так полагаю, до момента, пока... Ебать! Это у меня такая штука все это время была? Так мы ему шлепнули. Все, красава. Один секунд есть. В смысле ты выжил? Сколько заплатят? Вы что, угораете? Мне тачку починить больше надо. Так. По-моему, в Азисе я еще не катался. Что, автоматической стрельбы здесь уже нету? Короче, это у нас фаворит однозначно, да? А в Азисе мы уже катались. Не трогайте, блядь, меня. Ой, жопа, не трогайте, блядь. Надо было вот этого чувака вперед пропустить и напихать бы ему. Ага, так перешел, да? Езжай, езжай. Сука, 4%. Плюс 7%. У нас есть все шансы. Короче, самое главное в этой игрушке — это научиться одновременно и тачкой управлять, и смотреть, куда там дальше ехать, и стрелять еще. И желательно попадать при этом. Так, у нас есть какие-то... Это точно у нас карьера? А, так мы еще можем тачки открывать. В общем, они как бы еще и неплохие. Вот это прикольно. Прикольный автопарк здесь. Вагабунт у нас называется тачка. Понятно, походу лысый за рулем.
Ёбаный рот. Подожди меня по-братски. По-братски, блядь. Сука, ты же не своей смертью умрешь в этой. Ах ты, сука. Скорость это у меня не прокачана. Грустно. Что такое авто? Типа автораспределение или что? Так, оазис были. А, стоп. Это и оазис, и это оазис. Нихера там чувак сразу на старте взорвался. Хорош чиниться, заебал. В принципе, меня устраивает то, что мы можем просто накидать. Без... А, по-моему, топ-то недобитый у нас. Как же им долго второй шанс дают. Слышь. Третья позиция на масс. Ну что такое авто? А, и он скорость нам прокачал, понятно. Все-таки мне непонятна система уничтожения, то есть как бы если нам напихают, то мы сдохнем, а если им напихают, то они едут с какими-то помехами, да? А вот этот без помех, или это тот же самый? По-моему, тут можно просто чисто на ускорение пролететь всю дорогу. Так, ну здесь уже поменьше, потому что что, блядь, потому что мы это уже проходили, наверное. Доллар. Там был написан доллар. Что бы это могло значить? А, это с него сыпется, что ли? Ты и так уже сдохший, нахер ты здесь ездишь? А, их все-таки можно добить, если очень постараться. Давай, давай, есть. Ну, вы поняли, да? Нужно очень сильно постараться. Так, третий круг мы уже наших не догоним, скорее всего. Ну да. Они вообще, это два Джек Бентона, короче. Лаки Кола. А за то, что я вот тех шлепнул. О-о-о. И все равно у меня скорость прокачивает. Ладно, я думаю, на этом моменте пока можем остановиться и
если уж зайдет дальше, продолжить в следующих видео.